Здравствуйте, меня зовут Света. Я занимаюсь с Сонечкой 7 месяцев. За эти 7 месяцев я, что могу вам сказать, ребенок был не так близок к людьми, был, все отталкивал людей, не хотел с ними разговаривать. А со мной, сколько я нянечкой работаю с ней, она согрелась к людьми, стала общаться, стала чаще улыбаться. Таким детям нужна обязательно и близкий человек, типа нянечки, вот как я. Она за эти 7 месяцев и стишочек начала лучше рассказывать, песни петь. Букварик, алфавит уже научила наизусть. С ложечкой старается кушать. Она морально даже и физически стала лучше. Начала садиться, стремиться, борется к жизни. Старается быть лучше, как показать себя лучше. Когда берешь ее за ручку, ее чувствуешь, что она хочет тебя рядом, близкого человека хочет.